Всем привет! Вы на канале ТикТок, меня зовут Тихон, и в этом видео мы поговорим, как перебороть изжогу или избежать ее. Погнали! Мы, ребят, начнем с того, что с этим вопросом и с изжогой сталкивался практически каждый человек, начиная, наверное, от 12-13 лет. Может быть, 11-10, я не знаю. Но как ее перебороть лично на моем опыте? Как я ее переборол? Смотрите, когда у меня начиналась изжога, я шел пить воду. Ребят, если вы попьете газированную воду, у вас она только, как это сказать, правильней, чтобы было. Только усилится, вот так. Попейте либо кипяченой воды, либо обычной воды, простой. Ну, которая не газированная, продается в каждом супермаркете. Ребят, как это всего избежать в самом начале? Вы просто ряд дыхательных упражнений проделаете и все. Там вдох, и вот 10 секунд постарайтесь не дышать. А потом выдохните. Лично у меня прекращалось все. В большинстве случаев. Ну, а если у вас не прекратилось, вы присядьте, посидите минутки две. И налейте себе кипячененькой воды или попейте чай. Да не, лучше чай на самом деле не пить. Лучше попить обычной воды, лечь посидеть, либо лечь полежать. И тогда изжога пройдет. Но если она сильная, попили, лучше на ночь попить. И ложиться спать. Ну что ж, ребят, если вам понравился или чем-нибудь помог мой совет, я всегда рад делиться с вами советами. Вы были на канале ТикТок, меня зовут Тихон. Всем пока! Подпишись на канал!